Здравствуйте, дорогие подписчики. Один из подписчиков нашего канала оказалась моя одноклассница. Ну, конечно же, я об этом знал. Мы много лет назад вместе учились. И она была настолько привлекательна еще тогда, с детского возраста. Вся школа была в нее влюблена. Она была такой спортивной девчонкой. Все время участвовала в состязаниях школьных. Потом годы шли, шло время, и как бы спустя годы я узнал, что она увлекалась парашютным спортом. В общем, такая, ну не знаю, даже слов нет, до сих пор нравится. В общем, она в комментариях написала мне, задала вопросы там про секонд-хенд. Про секонд-хенд это совсем другое. Вот эти склады, ну, люди уезжают, переезжают, они мебель туда отвозят. Ну, примерно вот такого вот назначения те склады специально сделаны. Или из города в город переезжают, когда они отправляют тот город, где есть такие склады, и занимаются своими вопросами, видать, подготовкой, закончить работу, дождаться, пока дети школу окончат. В основном в это время, вот во время каникул, семейные люди переезжают. А это здесь настолько развито, да, вот постоянное движение идет. Человек живет там какое-то время, работает, уважение имеет, чувствует немножко, на подъем пошел. Ну и выставляет себя как бы на продажу, ну, чтобы понятно было, говорю, да. Свое досье, путаю слова, резюме, в общем. Рассылает по организациям, хочет увеличить свой доход. Нормальные человеческие мысли преследует. И рассылает, значит, свое резюме, и потом приходит предложение из какого-то другого штата, другого города. Ну и выносят решение, уезжаем туда. Это очень сильно развито в Америке. Ну и уезжают, значит. Вот эти вот склады, ну у них предназначение, я говорю, это не просто, да, их, это не одна фирма. Я вот езжу, вижу, это их несколько фирм, и все успешно работают. Ну вы поняли, да? Ну теперь переключаюсь к теме секонд-хенда. Эта тема мне знакома еще с 90-х, как перестройку объявили, да, действительно, эта тема существует. Есть, значит, расскажу подробнее. Дома иногда собираются вещи, которые перестают нравиться, да, они не дырявые, они чистые, постиранные все, убранные. Ну, хозяйки домов приходят время, ну, или сам думаешь, вот эта обувь, ну, с виду вроде бы нормально, а выбрасывать жалко, да, там. Какие-то шорты, какие-то куртки. У них нормальное состояние, нормальный вид. Ну, выбрасывать жалко. Складываем в церкви, в упаковке складываем, да. Ну, и везем, есть такие контейнера установлены, они где-то в коммерческих центрах. Подъезжаем там, погружаем вот эти вот пакеты все в эти контейнера. Ну, и потом те, кто занимается этим делом, видать, отправляют дальше по странам. Ну, в общем, как-то так выглядит это дело. Короткое видео, но надеюсь, что полезное.